Салика Продакшн Студио. Это еще одна песня из бременских музыкантов. Вообще там в этом мультике же и по следам бременских музыкантов. А вначале бременские музыканты. Там музыки очень много хорошей. И вот одну из песен из этих мультиков мы делаем. Мы к вам приехали на час. Это песня такая пародия на Deep Purple. Группа Deep Purple такая роковая есть. Это была в начале 70-х, вообще она и до наших времен дожила. Такая пародия была на музыкантов, все такие потлатые, волосатые, гитарами они там выступают, и такая пародия была. Но, и вот эти вот, вот эта группа рокеров, это как раз бременские музыканты, переоделись, там собака, потом вот этот парень, там кошка была. Это они прям? Да, они переоделись и эту песню, короче, пели. Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам приехали на час. Привет, бонжур, hello. Ты должна говорить там, пам, там, джжж. Вау! Причем вот так. Вау! Сделай, короче, отведи микрофон. Ну давай, сейчас включу. Давай. Поехали. Звезды континентов. Мы звезды. Сначала. Три, четыре. Весь мир у нас в руках. Мы звезды континентов. Разбили пух и пах проклятых конкурентов. Это был антрепет, пошел, все. Опять, смотри, там точняк должен быть. Смотри, давай. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили в пух и прах проклятых конкурентов. Очень много, да? Давай, поехали. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили в пух и прах проклятых конкурентов. Пух и прах. Пух и прах. Не в пах. Капец. Весь мир у нас в руках. Мы звезды континентов, разбили в пух и прах проклятых конкурентов! Вот так должно быть, такая, да, вот такая ты должна быть, понимаешь, давай. Раз, два, три. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили в пух и прах проклятых конкурентов! Конкурентов, скажи. Конкурентов! Нет, давай, ритмически правильно, ну, смотри. Проклятых конкурентов! Давай. Проклятый конкурентов! Да, вот так вот, да. Вам круто повезло! Круто все вместе! Уши на звезде! Лучше по-хорошему! Хлопайте в ладоши, вы! Повсюду обеспечит и золото тычет. Прикольно нам встречу. Мы к вам заехали на час. Привет, bonjour, hello. Одну стране любите нас. Вам круто повезло. Круто все вместе. Уши на звезде. Закончишь. Типа такого, короче. Поняла? Да. Такую гениальную песню будем учить. Можно я здесь кодовать?